В школе ящики для вещей нашла, а кабинет Хренди. Дети, сегодня к вам в класс придет новая ученица. А вот и она. Представься нашему классу. Меня зовут Элис Хадбин. Мне семнадцать лет. Хорошо, Элис, присаживайся за первую парту к Джейсону. Что ж, начинаем урок после урока. «Эй, ты, курица!» Из каких пор я уже успела стать курицей? «Никто не смеет сидеть за одной партой с Джейсоном. Он мой парень, не смей даже на него смотреть!» «Во-первых, курицами прикидываетесь тут вы. Во-вторых, мне ваш Джейсон нафиг не нужен. Тем более я его вижу впервые в жизни. А если вы от меня не отстанете, я пойду на вас директору, Пожалуйста. Ха, да ты хоть знаешь, что она президент школы. То, что она президент, не означает, что она может делать, что хочет. Вы лучше бы прочитали правила школы, а то ничего не знаете. Зато в девку с такой прической никто не влюбится. У нас в школе я не видела ни одного красивого парня, у которого бы была девушка с прической под коре. Ха, ну, значит, я буду первооткрывательницей. Вот же! Нужно преподать ей урок, что с нами лучше не шутить. Ты уже что-то придумала? Подруга, это идеально. А нельзя поаккуратнее идти. «Из-за тебя я упал». «А ничего, что из-за тебя я упала. Мы оба столкнулись». «Не говори так со мной. Ты хоть знаешь, кто я?» «Ха, нет, не знаю. Давай, удиви». «Я знаменитый певец Джейсон Уолтер, и не притворяйся, что не знаешь». «Хм, впервые слышу о таком. Для приличия мог бы и руку подать. А теперь дай мне пройти». впервые слышит? На следующий день в школе. Что за крики? Прекратите. А ну живо отошли от нее. Ой, больно, отпусти. Чтоб я вас больше рядом с ней не видела, мразь. Пошла вон отсюда. Господи, надеюсь, все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Серьезных повреждений нет. А как она получила столько ушибов? Президента школы и ее никчемная подружка избили. Я так и знала. Опять за свое. Опять? Разве было еще? «Понимаешь, Диана – президент школы, и ее подруга Сьюзи часто избивают других детей. Понимаешь, Диану не отчислили из школы только из-за ее денег. Ведь отец всегда дает деньги на ремонт этой школы, поэтому у нас самая лучшая школа. Родители пострадавших всегда жалуются на нее, но родители Дианы всегда шантажируют директора, ведь если ее отчислят из школы, то такого ремонта, соответственно, не будет». Такие уж они стервы? Получается, директор жертвует здоровьем других детей ради какого-то ремонта? К сожалению, это так. Она просыпается. Что со мной произошло? Тебя избивали две стервы. И а Элис тебя спасла. Спасибо большое, Элис. Ей уже можно идти. Да, конечно. Ну что, пошли. Эм, Мика. Пойдем, Мика. Спасибо за все, тетя Лена. Пожалуйста, всегда рада помочь. До свидания, девочки. Слушай, а за что они тебя избили? Они говорили, что я уродка, и у меня одежда уродская. Но дело в том, что у меня небогатая семья, и денег на одежду почти не хватает. Значит, мы немедленно бежим в торговый центр. В торговом центре. Что ж, выбирай наряд, который тебе больше всего понравится. Хорошо. Через 10 минут. Элис, я выбрала. Правда, он не идет. Вот только жаль, что у меня нет денег, чтобы купить его. Глупышка, я его тебе покупаю. Но, но... Никаких, но теперь мы идем тебе изменять прическу. Заодно косметикой раны сделаем незаметными. После всего этого. Ой, какая ты милая и красивая. В школу приди в этом наряде. Покажем этим курицам, кто самый красивый. Спасибо тебе за все, Элис. Увидимся в школе. Дома Уэлис на кухне разговаривает с мамой по видеосвязи. Ну что? как дела в новой школе? Все хорошо. Мне школа в этой нравится. Уже нашла себе друзей? Да, я нашла себе подругу. То, как мы познакомились, долго рассказывать. Прости, мне уже надо работать, но с твоим папой скоро закончим эту командировку и приедем. Пока, мам, приезжайте поскорее. Пока, доченька. На следующий день. Аллилуйя. Нашла этот долбанный задачник по физике. Чувствую, нам эта физичка скоро начнет по 20 задач в день задавать. Скорее бы каникулы. По дороге. Наверное, зря я пошла по этой дороге. Хм, Джейсон, что он тут делает? Он что, курит? Ты разве не в курсе, что курить вредно? Ну, в курсе. А тебе-то что? Да мне-то вообще пофиг. А вот фанатам твоего голоса, наверное, не все равно. Ладно, я понял. Можешь идти. Достала. Но она милая. На следующий день в школе. Элис Хадбин, пройдите в кабинет директора. А что случилось? Понятия не имею. Но мне это уже не нравится. Жди меня здесь. Здравствуйте, меня к вам вызывали? А теперь объясни, за что ты избила Диану? В смысле, я ее не трогала? Молчи, против тебя есть свидетели. И факт того, что ты раньше ходила на борьбу, а за твое вранье ты отчесена из школы. Ах, так значит, да? Вы же жертвуете здоровьем других детей ради ремонта, в то время как эти две курицы накрашены избивают и унижают других детей. Вам только нужны деньги и слава из самой лучшей школы. Я добьюсь справедливости, и вас выгонят отсюда. Скоро вас здесь не будет». Что случилось? Потом я объясню. Бежим ко мне. Это очень серьезное дело. Ну что, голубки, когда свадьба? Мика! Прости, в этот раз я виновата. Может, расскажешь, что произошло? Тебя что, правда отчислили? К сожалению, да. Но у меня уже есть план. Мы восстановим справедливость. Ведь правда? Правда. Ну что, закончили писать наши чести плана? Ага. Вот черт, как я могла забыть про одну важную деталь? Про какую? То, что ты встречаешься с Дианой. Что? Это она тебе сказала? Ну да, еще при нашей первой с ней встрече. Че вы ржете? Она так всем новеньким говорит, чтоб они к нему не лезли. Неловко. Харе ржать! Нам план переписывать нужно! После, так сказать, репетиции мы начали выполнять наш план. Каждый день Мика и Джейсон снимали видео и записывали аудио э, как про то, как Диана и Сьюзи избивают детей. И после съемки бежали на помощь. А, ну да, логично. Надо же помогать. И я тоже не сидела. Я все время искала информацию о нашем директоре. Но в один раз, когда Мика вела съемку, О, май, о, мой, господи, звонок от Элис. Директор сидел в тюрьме за педофилию. Он только что целовался с Дианой. Нужно быстрее звонить Джексону, иначе все закончится плохо. Но Джейсон успел раньше нас. Привет, это я, Джейсон. Не хочешь прогуляться в парке? Да, конечно, хочу. Скоро буду. Ну и куда ты собралась? Меня сам Джейсон пригласил погулять в парке. Никуда ты не пойдешь. Сейчас будет весело. Не двигаться. Вы арестованы. Все могло бы закончиться плохо, но Мика успела вызвать полицию. Директора снова посадили в тюрьму. Этих двух куриц выгнали из школы, и их родители оплатили всем пострадавшим компенсацию за н... нанесение вреда здоровью. Ну а в честь меня Микки и Джейсон на школу устроила торжественную вечеринку. Это герои всего нашего торжества. Они восстановили справедливость в нашей школе и помогли полиции поймать преступника. Расскажите, как вам это удалось? Но на самом деле я просто люблю справедливость. А наш старый директор и эти две девчонки делали все против справедливости. А как мы это сделали? Все благодаря нашей сплоченности. И я очень благодарна Мике и Джейсону. Они отличные помощники и друзья. Но вот что случилось после этой вечеринки. Мне кое-что сказать надо. Элис, мне вообще не понравилась твоя речь. Что ты сказал? В, в эту речь всю ночь писала, а ты ни слова не сказал. Ты совсем охренел. Это был мой первый поцелуй. Ну так что, ты согласна? Э -э -э я не. Да, я согласна. Я другого ответа не ждал. Мы с Джейсоном стали парой. Через год Элис восемнадцать, Джейсону девятнадцать. Элис, у меня к тебе разговор. Какой? Мне никогда не нравилась твоя фамилия, и я бы хотел, чтобы ты ее сменила. Хорошо, но на какую? На Уолтер. Ты будешь моей женой. Да, да, я согласна. Happy end? Ну, мне понравилось, что могу сказать. Ну, и надеюсь, что вам тоже понравилась моя озвучка. И, возможно, этот мини-фильм тоже понравился. Так что поставь лайк тому видео. Подпишись на мой канал. Нет, ты уже поставил лайк этому видео. Подписался на мой канал, поставил э, написал комментарий под этим видеороликом. Ну и да, ты уже все сделал. Ты молодец. Спасибо, что ты есть. Спасибо за все. Всем спасибо. Всем пока.